всячески, не знаю, копите деньги и поехали в следующий раз вместе в Израиль. Это здорово. Кира, я продолжаю. Мы с удовольствием всех встретим здесь. Я тоже мало с кем общаюсь. Вот с Чилитой мы впервые встретились в Израиле, и с Леной, и это очень приятно. Так что будем жить надеждой, что встретимся вместе. Да. Скажи ты теперь пару слов. Ой, во-первых, я должна начать с того, что я должна признаться, что когда Лена начала говорить, я забыла нажать кнопку. Так что начало ее речи вряд ли вы услышите, но я повторю, что она очень рада, что спустя 50 лет наконец она нас увидела. И что как будто вы этих 50 лет и не было. Как будто их не было. Вы мне простите, потому что у меня очень тяжелый. Слушай, водка жизни. Тут торчит тоже. Водка тут торчит, но ее никто не пьет. У нас пьет в основном Миша, в смысле разливает. А мы что-то косеем от того, от счастья, что мы друг дружку увидели. Да. Вот и все. А теперь пусть мой муж скажет что-нибудь, если найдет. Таких красивых девочек я не видел. Давно не видел. 50 лет не видел. Никогда не видел. И не увидишь. Так что мы еще красивые девочки. Да, красивые такие. Позавидуйте мне. Все. Пока. Я все сказал.